Закрываемся. Что? Проверь пятый номер. Что смотришь на меня? Закрываемся, говорю. Дядя. Добро пожаловать. Как поживаешь, брат Хамид? Видно, дела идут неплохо, раз ты раздобрел. Я не узнаю тебя, кто ты. Я друг Омера. Он часто писал о тебе в письмах. Милости просим. Проходите, проходите. Садитесь. Омер был хорошим малым. Хорошие люди рано уходят из жизни, а такие, как я, живут долго. Не правда ли? Не правда ли, дядя? Да, Хамид. Приюти нас сегодня. У тебя найдутся две кровати. Обижаешь, дядя. Выбирай любую комнату. Проходи. Хорошо. Ну как, дядя? Сильно я изменился? У меня по-прежнему все хорошо. Ох, этот Хамид. Никогда не проигрывал в тюрьме. Так и было. Только не думай, что я хвастаюсь. Омер рассказывал, что ты научил его драться. Да, я показал ему пару приемов. Правда, из него боксера не получилось. Хотя силы было хоть отбавляй. У него безжизненное сердце. Нет, просто он был мягким. Если говорить о расплате, когда нужно было мстить врагам, он не мстил. Если бы он был жив, то и сейчас не стал бы мстить. Так ведь? Но если бы ударили Хамида, он бы ударил еще сильнее. Ведь так? Да, Хамид? Да, именно так, дядя. Желая отомстить, Хамид не думал, кто друг, кто враг. Не так ли? Ну что ты, дядя? Если человек ударил, значит, он мой враг. Хамид никогда не проигрывал Эзель. Знаешь почему? Если враг поворачивался к нему спиной, он не стеснялся и бил его. Я прав, Хамид? Ну так бывает, дядя. В перепалке всякое бывает. Было. Хамид преуспел в таких делах. Он решил, что ударить человека в спину легче и проще. Дядя? Ты меня сейчас с землей сравнял? Пока нет. Эзель, Хамид так преуспел в таких делах, что я не удивлюсь, если он и меня захочет ударить в спину. О чем ты, дядя? Я говорю о том, что если сейчас выпущу одну-две пули в ту дверь, интересно, оттуда раздастся крик? Ты умрешь, дядя. Не я убью тебя, а те, кто придет сейчас. Если убежишь, то рано или поздно все равно умрешь. Если избавишься от нас, все равно умрешь. Ты до сих пор не понял, почему мы здесь, Хамид. Я уйду, предатели поднимут голову, но Эзель вернется и подкручивает эти головы. Дядя, говори имя. Произнеси имя того, кто накажет вас. Скажи, Эзель. Дядя, не надо. Сколько раз повторять, Эзель? Я делаю это не ради себя. Произнеси имя. Скажи, Эзель. Эзель. Еще раз, Эзель. Эзель. Еще раз, Эзель. Эзель. Что ты делаешь, дядя? Что ты творишь? В нашем мире последнее слово издыхающего человека сильное. Если предатель при смерти повторяет твое имя, другие предатели будут бояться тебя. А?
Эзель. Эзель. Знаешь, как выбраться отсюда? А, дядя? Не знаю. Не знаю. Тихо, бесшумно, открыто, без лишних движений я вошел в этот город. Как дядя Рамис. Мои слова были словно яд. Я закурил сигарету. Поправил свой галстук, почистил обувь и спросил. Я спросил: «Ну как вам, дядя Рамис?» «Да, скажи правду. Как ты, Рамис?» «Все хорошо, хорошо».